Всем еще раз привет, друзья. Ну а я вынужден, точнее не вынужден, мне нужно пойти прогуляться по делам, по улице Циолковской, зайти в один офис. Раз уж так получилось, то совершим свою небольшую прогулочку как раз по улице Циолковского в районе санатория Береза. Погодка солнечная. Места вам всем знакомые, но надеюсь, вам понравится еще раз прогуляться по улице Циолковского и по улице Победы. Так как я сделаю круг небольшой, мой автомобиль стоит там, в районе аквапарка «Морская звезда». Смотрите, какое все зеленое, какое все красивое. Я думаю, несмотря на то, что вы все это видели уже по несколько раз, там, где у вас еще снег, будет интересно. Надеюсь, во всяком случае, на это. Мы идем по улице Циолковской, там через дорогу, метров, наверное, через 150-200 будет место, где сгорела одна из ваших любимых шашлычных в прошлом сентябре. Увы, судьба такая у нее. Ну, надеемся, что все вопросы разрешатся и будет на этом месте нормальная, красивая, современная, со всеми требованиями пожарной безопасности кафешка. А может, магазинчик, а может, жилой дом. Я думаю, хозяин разберется без моего вмешательства. Отель «Европа». Рядом здесь тоже, кстати, продается один домик, я не знаю почему, но продается. Ну, а мне нужно зайти по делам государственной важности вот в это строение, в отель «Европа» на Циолковского 8, а потом я уже продолжу наше путешествие, наверное, по улице Победы. Пока прервусь. Ну что ж, моя прогулка не увенчалась успехом, к сожалению. Офис того предприятия, который я искал, закрыт. Даже немножечко странно и волнительно. А я вот по улице Победы пойду прогуляюсь, заберу свой автомобиль. Отсюда вам покажу улицу Циолковского, гостевой дом «Ширак», хорошо видно. Черноморец и вот место, где некогда было кафешка, как видите. Пока здесь ничего не строится, пока особо ничего не восстанавливается, за исключением вот дома, крыши, которая сгорела в свое время. Там вот ее восстановили. Ну что, идемте по улице Победы. Такая вот незапланированная экспромт прогулка, если честно. Опять же, я тут гулял тоже недавно, сравнительно, при посещении Победы 153. Здесь прогуливался. Ну вот, есть что показать. Смотрите, какие красивые подсвеченные солнцем дома. Магнолии немножечко ожили после пожара. Помните, как они тут бедненькие пострадали. Торговый центр «Варюша». На улице жарко, я не знаю, как люди ходят в теплых кубках. Я уже снял. Кафе «Двин». Лошадка с бочками. Ну и непосредственно торговая часть улицы Победы. Здесь у нас целый большой такой торговый ряд. Всякая всячина. Варенье, мед, чай, сувенирка, суперские кинозонтики, мандарины, гранаты. Все здесь можно приобрести. Брелочки, сердечки, магнитики, можжевельники. В общем, всякая всячина. Также можно посетить боулинг и бильярд. Несмотря на то, что время такое рабочее, людей нормально так на улице гуляют. Смотрите, сколько. Я в прошлый раз проходил вот здесь вот, внутри. Сейчас, наверное, прогуляемся по Победе чуть-чуть дальше до Двина. Как там, замок Двин. Или вообще-то ресторан «Замок Двин» находится в Сочи. Я уже, кажется, об этом говорил. А здесь просто Двин. Отель. Смешные цены, магазин. Честно говоря, никогда туда не заходил. Добрый день. Был там. Нет, заходил один раз лет 10 назад, наверное.
Бывал, бывал. Что меня туда понесло, я не знаю. Все виды страхования. Сочинский финансовый юридический колледж. И здесь, значит, где-то была рядом длинная точка. Ну как, вот она прямо перед нами, кстати, работает и зимой, и летом, так что имейте в виду, если вдруг вы захотите приобрести с собой венца какого-нибудь там. А знаю, что многие на автомобилях, кто приезжает, у меня товарищ точно берет его вот почему-то пачками, ну, ящиками этими. Здесь вы сможете запариться. Детский магазин, кафе «Каша» в новогоднем таком стиле. И немножечко работает где-то перфоратор. А это на дороге что-то какие-то обломы молотком, что-то там выбивает. Сейчас, кстати, мы планируем повернуть в сторону моря, туда, на улицу Лазарева. Но хотел бы заострить ваше внимание на вот той вот двери. Там, где у нас как бы производится прием больных вот этой вот страшной болезнью. Типа коронавирус. Ну или люди с подозрением приходят именно сюда, вот здесь больница. Я сам туда ходил. И вот видите, очередей, слава богу, нет. Раньше тут были такие толпы прям. А сейчас просто открытая дверь, да и все. И никогошеньки. Хороший знак. Там дальше у нас кафе Pub Guns. Насколько я помню, его взяли в аренду. Оно же «Соки воды». Кстати, насколько я знаю, на телеканале «Пятница» началась серия телепередач вот, на ножах. И началась она с города Сочи. Так что, я думаю, на днях вы увидите Лазаревское, вот это вот наше заведение. Возможно, там будут даже знакомые лица. Но, во всяком случае, у меня точно будут знакомые лица. Лазаревцы немножечко поучаствовали. Более... О! Смотрите, меня еще весной, кажется, просили показать вот этот гостиницу, кажется, она называлась СССР. Ну, в принципе, так она и осталась в СССР. Велись какие-то работы, да, они, возможно, сейчас ведутся, там, я не знаю, хотя не похоже, что ведутся работы, видите, натянули ленточку уже достаточно давно, она уже успела выгореть свободные места, но отель не работал даже в этот летний период, как и кафешка тоже. Странно, но факт. Кстати, в этом году вот и не работал вот эти аттракционы, тут какие-то замки. Я сам не был, опять же. Но раньше было достаточно много рекламы. Может быть, не доделали, может, что-то делают, не знаю. Гостиница «Морская звезда», ну, на базе, я так понимаю, старой курортной поликлиники. Какие-то желтые. Уж не мимоза ли это, нет? Нет, вроде бы нет, но похоже чем-то. Нет, но похоже. Похоже, желтенькая такая же, как мимоза. Растение, детский городок. И дорога, нуждающаяся в ремонте. Спальный комплекс «Морская звезда» называется это место. Вот она, наша родная брусчатка. Плитка, точнее, мы по ней все детство ходили. Вся Лазаревская раньше была вот в такой вот плитке, но сейчас все немножечко меняется, в лучшую сторону все меняется. Еще раз сказал я, все хорошо. Новая современная брусчатка. Пожалуйста, февральская роза. Ну и в принципе можно уже завершать нашу этот прогулку. Но я вам все-таки должен показать, что в здании курортной поликлиники номер 4, 41-45 размещался госпиталь номер 3190. Именно поэтому город Сочи называется город-госпиталь. Все, друзья, на этом заканчиваю нашу маленькую прогулочку. К сожалению, она не увенчалась для меня успехом. Но как-то вот так. Зато время хорошее, солнечное. Всем пока и до новых встреч в эфире. Приходите на дельфинотерапию, поплавать с дельфинами.